Всем привет! С вами снова Иван Сусанин. Это реально первая игра, которая у меня перевалила за сотню уже серий. Так что дальше идем мы в Иштар, именно по этой дороге. Да, я тут немножко повоевал, помучился, неожиданно увидел здесь идущих еще бандитов. Между прочим, они тоже тут ходят, как-то я до сих пор их не видел. Вот первый раз сегодня увидел, сейчас вот... Положил вот тут двух, там, наверное, впереди еще дальше парочка есть. А может быть, какой-то главарь еще сильный сидит. Не могу утверждать. Не могу сказать точно, что там дальше впереди нас ждет. О, оазис. Очередной оазис. Как вариант. Так, дальше идем в Иштар, да? Это Брага, а это в Иштар, да. Путь в Иштар. Сегодня самый длинный, наверное, или самый короткий. Ну, как получится, как бы идти достаточно далеко. Тут есть ответвление. И есть... вот тут мы были уже, то есть там кочевники. А дальше еще есть два ответвления. Не знаю, пойдем мы туда, нет. А может быть, все-таки доберемся до Иштар именно сегодня. Я, по крайней мере, думаю, что... Вариант такой есть, что мы доберемся именно до Иштара. Так, давайте посмотрим. Есть кто тут в этом оазисе? Скорее всего, животное это как-то есть. О, грабитель. Так, ну-ка давай-ка мы его обойдем. Грабитель. Так, ты кто? Грабитель, где ты? Он там еще один сидит. Так, ну-ка. Прицеливаемся. Хватит. Может, говорит, хватит? Ого, он с такой большой палкой. Стоять! На меня нападает. Что мне даже как-то боязно. На него. Ударит! Ударит! Чуть не ударил. Сквозь кустики. Да я совсем так уж плох. Ты? Да, старенький, но неплохой. Так, грабитель. Что у него есть? Рис, еще рис, то есть я могу еще рагу наделать. А рис это вкуснятина. Причем почему-то все. Азиатское лакомство, вот почему. А вот почему все именно с помощью риса питаются. Так. Питание, а мы будем делать из него рагу. Ох ты, еще и вода здесь. Так, ну тут по-любому уже кто-то есть из живности. Если тут так много воды, ведь она так просто не появляется, вода, то есть ее очень мало, и поэтому здесь, я думаю, там, где есть вода, там есть очень много живности, не крокодилов. О, лагерь, я нашел лагерь. Так, ну давайте с этой стороны еще пройдемся. Тут вроде больше ничего нету. Ладно, пошли туда. На ту сторону. Вон там лагерь. Но там, по-моему, никого нету уже. Неужели все убиты? Так. В кустиках довольно сложно найти еще травки. Наши разнообразные, любимые далеко. Очень любимые. Еще с первой и второй годики. Оу, Лёва! Лёва, ты один? Да как ты один-то тут? Ну-ка. Забрался. Ай! Меня Лёва бьет! Диего! Диего! Диего потерялся, вон он. Диего, выручай! Кстати, я не заметил этого сундука. Диего сзади, смотри! Слепой Диего. Одинокий лев. Обычно он ходит с гаремом со своим, но почему-то он тут вообще одинок оказался. Диего-то нормально, молодец, хорошо работает. Обычно львицы, блин, защищают своего льва. Попасть не могу. Но есть. Ненавижу тварей. А что у него есть? У львы, льва, львиная шкура. Я, по-моему,
первая моя львиная шкура, у меня, по-моему, не было ни одной. Когти, острые когти, типичный звериный трофей. Ну-ка, подожди, есть у меня такие? Нет, есть, я уже 5 шкур уже себе имел. А я не заметил, когда тут этот сундук, кстати, совсем. Старый сундук. Угу. О, сталь, кусок сырой стали, отлично. Все это пригодится нам в нашем путешествии сегодняшнем. Я думаю, мы далеко пойдем, а? Так, ну, если был лев, значит, где-то еще и львицы должны быть, наверное. Потому что один лев не ходит, на самом деле. Не знаю, как он оторвался только от своих. Сохраняемся после такой серьезной потасовки. Так, ну, все спокойно. Возле костра, как ни странно, очень много травы разной. Трава глорха, значит, где-то тут... Будь здоров, Диего. Много глорхов, да? Если есть трава этих самых глорхов. Ладно, давай будем наблюдать. Странно, ни одного бандита возле костра не было. Так, а дорога-то куда ведет, правильно? Нет? Я, по-моему, отошел в сторону. Ладно, давайте соберем травку. Эта дорога ведет нас в главный храм большой-большой деревни. Это даже не деревня, это просто поселение. Нету здесь больших городов, нету. Как не хочется верить, что эта игра, наполненная большими городами, здесь городов нету. Здесь только небольшие. Вон, я вижу еще одну отметку, но нам до туда еще добраться надо. Сейчас я посмотрю еще, что у нас тут есть. Я думаю, что я еще много тут что найду. Так, как-то странно. Есть руины, но нет ни одной живности. Это как-то подозрительно, на самом деле. Что за фигня? Очень подозрительное место. Тут обязательно должно было случиться какое-то грандиозное событие, но почему-то я сейчас на него не нарвался. Кто это? Это ты, Диего, что ли? Как этот, как конь? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я же испугался, думаю, кто такой может быть, да. Ну, далеко, наверное, отходить может не стоит пока. Потом, когда я буду еще сильнее, тогда можно будет ходить уже свободно. И я, допустим, против львов буду атаковать тут просто направо и налево раздавать. А я сейчас вот сейчас сюда вот поднимусь, а там львиная команда, да? Ну не мог же быть лев один. Кстати, вон там еще одна какая-то башня. Я же к ней не подходил, да? Может, в башне в этой можно что-то найти? Какие-то странные развалины, на самом деле. Невероятно странные. И живности не так много. Один лев там встретился, как ни странно. Вообще удивительно. Так, нет, тут ничего вообще нету возле этого. Странно. Ладно, пошли, Диего, дальше. Вроде бы задержались так надолго на таком уютненьком месте. Блин, чистая пресная вода, офигеть. Как такое может быть, а? Обычно на таких местах, где столько воды, строятся поселения. И мало того, что поселения, тут целые города возводятся вокруг таких небольших мест. Вон туда идем, да, прямо? Думаю, я прав. По этой дороге. Так. Я почему-то думаю, где-то должны быть еще и темные глорхи, да? Ух ты. Прикольно. Вот, еще одна травка. Тут перепутье какое-то идет. Одна идет... Вот сюда тут тоже кто-то сидит по-любому. А другая идет по дороге прямо. То есть мы пока отклоняться от дороги не будем. Думаю, это не наша идея. Не наша идея отклоняться от нашей дороги. От этой. И сейчас впереди может встретим кого-нибудь из наших старых друзей.
магов огня или воды. Скорее магов огня, воды. Так, а там у нас еще один оазис впереди. Да, вот он прям отмечается, что он оазис, и там наверняка много живности, и может быть даже люди есть. Давайте просто глянем. Заскакивать сильно не будем. С краю посмотрим. Кто там обитает? Так, ну-ка. Ох, я слышу кого-то. Ползуны? Здесь полно ползунов, похоже, да? О, смотрите, там колодец. Песчаный. Ну-ка. Да, я еще не хотел заходить сюда. Ну ладно, зайдем. Да промазала я опять. Ай! Давай колбасить его. Отбиваешься, да? Закрываешься? Ах ты! Сильно бьешь. На тебе. Еще раз. Ну! Да ударь ты его, елки! Не могу попасть. Ну, сильный парень. Да что ж ты не... Да, надо как-то не так атаковать. Нифига он защищается. Ну, наконец-то. Так, что, Диего, как у тебя дела? Давай я тебе помогу. Сзади. Вонючая тварь. Вонючий, очень вонючий. Там, по-моему, еще... А это что? Страж храма? Тут есть храм? Так, ну-ка. Мне что-то смущает. Давай вот того вон парня позовем сюда. Ова. Ползуны не реагируют на него. Он застрял! Все. Освободился. Давай, добивай его. Я его добью, ладно. О! Вот сильный парень. Тварь поганая. Ну кто? О! Я случайно нажал. О, львица идет. Она не одна. Там целый гарем. Нет, как ни странно. Не, да, я был прав. Короче, она не одна. О, там кто-то еще. Нет, я думал, это кто-то еще. Оказывается, это Диего достал меч. Молодец. Давай, добьем ее. Львица. О, одна за мной бежит. Черт. На гарем нарвался опять львиный. Ух. Придется бегать вокруг. Они очень сильные, ребята. Нифига, я с одного удара троих всех зацепил. О, там четыре их. Ёлки, их четыре. Четыре льва. О, там лев большой. Большой страшный лев. Большой страшный лев. Давай оторвемся. Мне нужно Диего выручать. Блин, за мной двое бегут. Их пятеро тут, ёлки. Диего, как ты? Ай! Чуть не попал. Молодец. О, он добьет меня! Он меня убил, падла. Это глупо нарываться на львиный прайм, скажу вам честно. Да, и больше я этого делать не буду, не хочу. Нарваться на львиный прайм, чтобы получить по щам. Очень легко. Ладно, еще раз пройдемся до туда. Так, здесь у нас была еще травка какая-то, по-моему. Так что, о, вон, смотри, отсюда идет. Там целых два прайма. Нифига, вот они где все. Я испугался. Вот они где все львы-то, а. Нифига, вот прикинь, на целую такую армаду нарваться на их, этих львов, и все. Жизни не будет.
Надо было Диего лучше помогать, конечно, больше, а я решил атаковать. Диего-то, наверное, не так сильно они кусают. Не знаю, почему так это все выглядит, но так оно и есть. Очень много этих львиных праев. Как они ходят между собой тут прямо? Тут я вообще не понимаю. Какой-то у них коммунизм получается совсем. Так, где-то тут была... С кем он бьется, с кем-то, что ли? Там лев. Лев, он не может идти один. Я говорю, странно, как он был один. Отходи, Диего. Там целый прайм опять сейчас будет. Львиный. Воу-воу-воу, там 5 львиц идет. Офигеть. Они целыми... Вот так вот они и ходят. В реальности. Давай отойдем немножко. Блин, я вообще сюда не хотел заходить. Но мне стало интересно посмотреть, что там за страж храма. Почему он тут оказался? Откуда он здесь? Удивительно. Не могу даже близко себе представить, от чего тут. Здесь так все. Еще одна львица осталась. Отстает. Да догонит она сейчас их всех. Медленно передвигается. Подружка, ну давай быстрее, проходи. Мне нужно идти до утра, добраться до Иштара. Я уже полпути, можно сказать, сделал. Этот путь такой был. Я думаю, если я сейчас буду стрелять в нее, те львы сразу прибегут. Так что, я думаю, не стоит. А мы будем сейчас просто ползунов вот этих уничтожать. Где они? Все, прошла, подружка. Вон они. Тади Диего. Группа из 3 ползунов. Ай! Нападает. Диего так икает, когда получает. А, кто? Кто меня бил? Кто меня бил? Это, наверное, Диего зарядил меня. Случайно, конечно же. Стрелой. Вот тебе, тварь поганая. Случайно зарядился стрелой. Так, ну и где наш страж храма? Вон он, давай подождем его. Он там сундук какой-то, по-любому. Там еще ползуны. Смотри. Давай подождем его. В голову он попадает. Это Диего такой точный. Молодец какой. О. Вонючая тварь. Так, ну ладно, давай еще посмотрим, где у нас тут ползуны. Сколько их там? 2, 3. Ой, забежали. Четверо. Уходим. Ой, там еще один ползун, по-моему. Я думал, может, не пройдет. Фига, прошел. Биться будем, да? Давай будем биться, чё? Я разве против? Отбивается, падла. Получи! На тебе! Не можешь ударить? На тебе еще! Диего! Вот тебе! Там еще один, ты чё? Оставил его в покое. Вот тебе! Вот и тварь все. Поганая! Так, у этих ничего не возьмешь, да? А вот у стража храма... Что-нибудь может есть? Нет, кстати, он тоже, по-моему, пустой. И чё? Стрела. Вообще ничего нету. Нафиг я сюда пришел, эй. Страж храма. Что ты тут охранял? Там еще один ползун. Отстал от стаи.
Ну, Диего, будь более точен, а что ли? Вот тебе, вот тварь тебе. Поганая. О, это же жало, жвало ползунов, нет? Нет, это камни были. Ладно, пошли посмотрим, что там внизу. Храм. Храм есть, нету поживы в этом храме. Развалины какие-то непонятные. О, там крокодил. Крокодайл. Блин, ну что-то как-то, не знаю, идешь, вообще ничего не можешь найти толком. Вообще ничего нету. А, там мостик, смотри. Крокодил, так, где он? Получи! Как вы быстро бегаете! Заикал! Диего опять икает, икает! Так, еще один. Диего, еще один! Ты что, косой, что ли, совсем? Ну ты гонишь вообще, Диего, я смотрю. Молодец, ненавижу твари. Ладно, тебе повезло, блин. Шкура крокодилья. Красиво. Так, какое-то место интересное. Вообще ничего нету опять. Два крокодила еще. Может, с той стороны посмотрим? Блин, просто не знаю, что тут может быть еще такое. Вообще ничего нету. А предположительно, что храм, то есть храмовый стражник, он находится не так просто здесь? Нет, похоже, так просто. Вообще ничего нету. Можно убить этих крокодилов, но смысла в этом я тоже не вижу. Может быть, такое тоже место, знаете, напоминает, как будто что-то должно тут происходить, но ничего такого нету существенного. Может быть, когда-нибудь мы здесь с вами еще встретимся, а? Ладно, идем дальше. Наша дорога в Иштар продолжается. Вот он, храм Иштар, похоже, это, да? Вон впереди, да, я уже вижу. Скоро уже начнется, вон за той руиной, начнется путь. Подъем наверх. О, маги! Не, грабители. Смотри, еще грабители идут. Откуда вас тут столько, а? Просто так ходят. Диего, я его завалил, а ты этого почему не смог? Это чё? Это... Баг какой-то был. Это был какой-то баг. Ладно, давайте завалим. Тебе не стоило со мной связываться. Да, Диего, ты молодец. Ты просто умничка. Тебе не стоило со мной связываться. Теперь твоя очередь. О, ещё двое! Мама родная, ещё двое идут. Откуда вас столько? Убивайся, Диего. Сейчас я его... накажу. Давай, давай. Вот так вот. Одного наказал, второго наказываем. С обоих сторон захерачиваем. Ух ты. Я совсем не так уж плох. Блин, откуда их столько много? Прямо ходят по пустыне. Они так же, как львы, да? Своим праймом. Надо костер сейчас найти, еще сделать себе немножко рагу. Очень вкусное рагу. Даже сам удивляюсь, насколько оно вкусное здесь. И самое-то главное, что я сам готовлю, да, как бы вроде бы. Так. Показалось, там лежит лев. О, тут кто-то. Костер. Я думал, это лев лежит тут. Нет. Так, а там кто?
чье-то старое, разрушенное. Ага, кто-то тут стояла стоянка. Сторона разрушена. Наверное, как раз костер я и хотел. Но рагу делается не на костре, между прочим. Подожди. Сколько их там? Еще четверо ползунов. Давай добьем их всех. Они чем-то, наверное, тут поживиться решили, да? Что они тут делают? А, смотри, трупик. Я предпочитаю с расстояния. Закусывают моим Диего другом. Тварь поганая. Короче, все, хорош тебе. Надоели. Надоели. Ах ты. Вот тебе, тварь поганая. Диего закусывали. Так, Диего, ты нормально? Немного жизни потерял. Так, обглодали. Обглодали. Точно обглодали. Идем дальше. Так, здесь у нас ни шиша больше нету. Странно. Такие места вот прям как будто, блин, что-то должно быть, но ничего нету. Может, недоделано просто, а? Так, давайте посмотрим. Это путь в Иштар, правильно? Не отвлекся я. Отметки никакой нету. Так, вот тут распутье идет. Вот как раз поворот куда-то в сторону. Один. Но мы уже идем в Иштар, да? Нам сейчас в другую сторону поворачивать просто не стоит. Иштар нас ждет. И кроме Иштара ждет еще кто-то. Ой, какая неприятная гора. Кстати, заметили, тут волков нет вообще, тут львы. То есть, чем глубже в территорию, тем похуже. Ну-ка. Браго, Иштар. Да, Иштар здесь. О, людоеды, огры. Сколько их там, много? Ладно, давайте тогда не будем их трогать, пофиг. Не все же нападать на них. Оставим их на будущее. Когда-нибудь еще поедим этими ограми, да? Барханы, барханы. Тут тоже есть свои маленькие руины. Будь здоров. Как ты часто... Все. Поворот. К чему-то хорошему. К чему-то великому. Поворот. К чему-то большому. Так. По-любому, смотрите, вот это вот большая такая стена... И по-любому где-то там есть пещеры, да? Так что я думаю, что может быть не в Иштар пойдем, а там возле этой пещеры какие-нибудь кочевники опять сидят. Это нам выгодно. Если это так. Посмотрим сейчас. Вот прям так, так и нарисовано, что как будто там какая-то пещера есть. Немножко отойду в сторону. Шакал. Нет, шакалы есть здесь, смотри. Не так много, но есть. Так, а это дорога туда, да, или нет? Нет, это не поворот, это возврат. Я ошибся. Нету здесь никакой пещеры, блин. Зато травка есть небольшая. Небольшое количество травы дополнительной. Ладно, не пойдем сюда, Диего, пошли отсюда. Эта музыка меня напрягает. Пугающая такая музыка. Блин, и опять шакалы. Черт. Шакалы, шакалы. Только сказал, что шакалов нету, и их опять вон целая куча. Так, вот травки тут много. Ох, какой подъем. В гору придется сейчас преодолевать. Ой.
Вот она. Даже далеко ходить не надо было. Вот она, пещера. Кстати, я знал, что тут есть пещера. Я был просто уверен. Не то, что знал. Может быть и знал, может не знал, не помнил. Но то, что она есть, я предполагал просто. Давайте заглянем в нее просто немножко. Если все очень плохо, значит не будем сюда заходить. Ой. Там, это что? Это кто? Огненный варан. Промазал? Диего, я на тебя рассчитываю. Вот тебе. Молодец, такое. Поганая. Так, неужели он был там один? Я не могу поверить, что там был один огненный варан в такой замысловатой пещере. Да, там даже еще один проход есть. Угу. Давайте тогда все собираем здесь, что есть. И если пойдет, пойдем дальше. Я хочу зайти сюда. Мясной жук. Да, я помню эти мясных жуков, особенно по второй части. А в первой части мы вообще часто превращались, вернее, в основной сюжетке где-то мы превращались в этого жука. Был особенный какой-то момент, где нужно было превратиться в жука. Да, это, по-моему, чтобы пролезть куда-то. Так, ну что, пошли дальше. Что там? Мясной жук. Че, ни одной твари больше нету? Че, неужели все так просто тут? Ох, сейчас я тут помашу своим мечом. Ох, в разные стороны. Диего, тебя не зацепить бы. Да, пещерка такая небольшая. Но интересная. Интересно тем, что тут много травки. Не знаю, что с ней делать, с этой травкой. Из нее можно, конечно, готовить разные вкусности, но, блин, нет у меня достаточно колб. Надо колбы собирать в больших количествах, между прочим, чтобы что-то иметь. Так, ну-ка, давайте посмотрим, сколько у меня травка зеленее. Смотрите, по 100, 120, 150, 286, вообще жабий. Ясменник. Никто не знает, откуда взялся это название, да. Ладно, такая маленькая пещерка. Я думал, будет более солидно, и врагов будет побольше. Ну, раз нет, так нет. Внушительно так смотрится. И ничего нету. Сейвимся и идем в горку. Как же давно я тут не был в Аштаре. На самом деле очень сильная игра. Третий раз уже прохожу, да, два раза проходил эту игру. И на третий раз сейчас только вижу, что, блин, еще дофига чего не находил, еще не видел и не знал, что можно еще тут делать. То есть я слишком рано выходил из игры. Заканчивал оба раза, между прочим, я за Ксардоса. За Ксардоса. Сейчас, я думаю, может быть, можно будет за царя, за короля, Рабара закончить эту миссию сегодня. Ну, не знаю еще пока. Надо будет еще раз ходить к королю, но там довольно сложный путь, тем, что все-таки я не всех орков убил. Там вот, смотри, какая-то хижина, прямо отдельно от города. Ну-ка, пошли туда к ней. Да, еще уж куда-то ведет. Какой-нибудь отшельник тут живет, да? Тут еще вон, смотрите. Можно подняться наверх, вон туда. В горах походить. Скажу про четвертую часть. Да, четвертую часть я несколько раз порывался начать, но так и не смог. Не смог. Раб. Новые люди, новые знакомые люди. Ладно, пошли, да, подойдем, узнаем у них. Храм Белиара, да? Да, это похоже храм Белиара. А, нет, это рабская это уступка. Давайте поспрашиваем у них, что у них тут есть. Так, с рабами говорить мне не стоит. Добро Джакома. Пожаловать к колодцам Иштара. Меня зовут Джакома. Джакома. Если хочешь Джакома. Купить воды, то я тот, кто тебе нужен.
Тебя много воды? Покажи мне свой товар. 4 воды. Это что, вообще ни о чем. Отмычки тоже возьмем. Мясо. О, я-то думал, что-то что вкусненькое есть. Так, вот здесь ты живешь, да? А кроме тебя тут есть еще кто? Нет, только продает, больше ничего. Воду, бочка с водой, колодец. Вот он и занимается торговлей здесь. И можно вот прямо наверх идти. И там тоже, кстати, похоже, такие же колодцы. Интересно. Так. Травка. Трава глорха. Откуда она здесь? Здесь глорхов нету. Там тоже чей-то шатер. Тут, наверное, кто-то живет тоже из... Ассасин, кто? Кого ты защищаешь? Кто у тебя тут? Никого нету? Как так? Может, это для меня? А? Может, для меня вот этот шатер специально приготовлен, а? Давайте посмотрим. Еще одна травка маны. Растение маны. Подожди. Ты будешь со мной ходить, я тебя не отпущу никуда. Да, можно поспать. И этот не против. Ну вот, хорошее место, которым я буду, может быть, и ночевать, если что. До утра можно будет поспать. Ну ладно, да, сначала сходим туда. Посмотрим еще колодцев. Я думаю, что перед тем, как идти в город, нужно все-таки выспаться будет. Тем более идем целую ночь. Вот там еще кто-то сидит. Кто вы здесь, ребята? Еще рабы? Нет, это не рабы. Королевский репей. Я не помню, что он делает. Что он дает. Так, подожди. Королевский репей. Ого. А цветок, это растение напоминает корону. Больше ничего нету. 70 штук я уже насобирал. Нафига, не знаю. Так, травки тут много. Всякой. Королевский репей. Мне же больше нравятся вот эти вот, которые магические корни. Конечно же, царский щавель гораздо лучше. Самый лучший вариант. Так, ну и что тут мы можем найти? Кто вы? Ассасин Кафа. Угу, он со мной говорить не хочет. Видимо, у него задание будет потом. Ассасин... никто не спит. Они меня не контролируют даже, да, что я захожу? Ну ладно, бог с вами. Как-то вас мало тут, а? 2,5 человека и все. Вы управляете всеми залежами воды в округе. Ладно, давайте поспим тогда в том шатре внизу. А в следующей серии мы уже с вами войдем в Иштар. Познавательно, познавательно. Иштар нас в храм не пустят, наверное, еще 200 лет, потому что там нужно очень много принести пользы ассасинам. Ну, а мы пока сделали для них... Мы для кочевников, по-моему, сделали больше. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, кто у меня лучше всего? Мое отношение к кому? Репутация кочевником 20, к ассасинам 27. Все-таки у меня даже корка меньше. Репутация, странники. Странники — это, наверное, кочевник. Нет, нет, странники — это не кочевники. Откуда у меня? Почему у меня 60% на них? Хм. Вопрос интересный. Ну ладно, поспим. В следующей серии увидимся. До новых встреч. Пока, ребят. Пока.